Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем готовить очень вкусное песочное печенье с семечками. Для этого нам понадобится мука, у меня просеянная уже, сливочное масло, одно куриное яйцо, разрыхлитель, сахар, соль и ванилин. И семечки. Семечки я уже обжарила. Я их покупала чищенными, просушенные. Семечки можно заменить арахисом или орешками. Сперва сливочное масло разотрем с сахаром. Сливочное масло лучше брать комнатной температуры. Хорошенько растираем масло с сахаром. Разбиваем сюда яйцо и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем сюда муку, ванилин и 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваем. Тесто у нас должно получиться мягкое и не эластичное. Видите, такое вот песочное, рассыпчатое. Вот. Но прям вот ломается, рассыпается. Вот такое тесто у нас должно получиться. Теперь мы его сомнем в комочек, в клубочек, завернем в пищевую пленку и уберем в холодильник на минут 20-30, чтобы наше тесто немного отдохнуло и охладилось. Вынула тесто из холодильника. Оно пролежало в холодильнике у меня 30 минут. Немного остыло. Вытаскиваем из пленки. Немного присыпаем стол мукой. Раскатываем наше тесто в пласт примерно 8 мм толщиной. Потом мы будем брать такие 2 кольца у меня разного диаметра. Будем делать вот такие вот колечки. Так, раскатали пласт. Теперь берем кольцо и вот так вот прокалываем. Теперь берем маленькое кольцо и прямо по центру вырезаем. Возьмем лишнее тесто, уберем. Пока вырезаете форму, можно уже включить духовку до 200 градусов. Теперь возьмем противень. Я уже застелила его пергаментной бумагой. Берем наше колечко. Очень аккуратно. Сболтала один желток. Вот это колечко я буду сверху смазывать желточком. Теперь возьмем семечки, хорошенечко обмакиваем, немного придавливаем. И вот такое вот печенька у нас красивое получилось, колечко. То же самое делаем со всеми остальными колечками. Теперь ставим выпекаться на 190-200 градусов на примерно на 10-12 минут до румяности. Вот такие вот колечки песочные у меня получились. Пеклись они при 190 градусов минут 10. Немного, видите, слегка подрумянились. Сейчас я их переложу в тарелочку. Давайте один разломаем и посмотрим, какое получилось у нас печенье. Какое вот песочное, рассыпчатое оно получилось. Очень вкусное. Такое печенье обязательно понравится как взрослым, так и деткам. Попробуйте приготовить по этому рецепту и убедитесь в этом сами. Такие песочные колечки можете подавать к чаю или с молоком. Будет очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! До скорых встреч!